Ну а перед началом видео я бы хотел объявить конкурс на ваучер. Обязательная подписка на меня и обязательная подписка на этого топового чела. Бомба Лайф ТВ. Ссылка в описании. Чел очень сильно старается, годный контент выпускает. Он готовится к моей битве ютуберов, он там тоже будет участвовать. И скоро будет про набор на битву ютуберов. Включай колокольчик и не пропускай уведомления. Погнали к просмотру. И снова всем привет, друзья и подписчики моего канала. Несмотря на то, что вы не набрали 70 лайков под видео, я все равно рад сделать вам топовый видос. Но перед началом видео я бы хотел упомянуть про то, что 23 февраля я буду выбирать из самых активных подписчиков одного подписчика с помощью программы Randomizer. И прокачаю его аккаунт на 300 или 600 рублей, в зависимости от того, сколько у меня будет денег. И я бы хотела вам сказать про мою самую главную мечту на ютубе и фрифайре. Я хочу в этом году попасть на битву ютуберов. Я знаю, что это очень сложно. Я потихоньку иду к своей цели. И хотел бы вас попросить о том, чтобы вы мне помогли в этом. Те, кто не подписался на мой канал и смотрит мои видео просто так, пожалуйста, подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик. Ведь я стараюсь не только для себя, но и для вас. Делаю топовые челленджи, обучалку буду делать скоро. Конкурсы на стриме, также турниры между вами провожу. Поэтому давайте порадуем меня и вас новым контентом. А давайте переходить к самому видео. Ну и зрители, которые увидели мое превью, наверное, уже поняли, что я буду учить вас, как делать оттяжку. И те подписчики, которые своеобразно смотрят новости моего канала, увидели в вопросе, что большой процент людей проголосовали за обучалку. И да, я буду вас учить оттяжкой. Так как некоторые мои друзья и подписчики, я видел на турнире, не могут сделать оттяжку. Поэтому я делаю для вас такое видео и рассчитал для него план. Давайте посмотрим, что за план. Я расскажу, что такое сама оттяжка, которые есть ошибки оттяжек, скажу. Какие виды оттяжек есть и как ими пользоваться. Настройки кнопки дня для оттяжки, чувствительность для оттяжки разная для каждой модели телефона. И как наводить обзор на голову. И, конечно же, все показать на практике. Сама оттяжка – это когда стреляешь от бедра и кнопку выстрела поднимаешь плавненько или резко вверх. И таким образом даешь своеобразную голову или вовсе убиваешь соперника. А сейчас вам покажу несколько ошибок, почему у вас не получается оттяжка. Первая, самая главная ошибка – это неправильная настройка чувствительности. Если у вашего ютубера или друга, который хорошо делает оттяжки и, в принципе, хорошо играет, не такая марка, как у вас телефона, и вы ставите чувствительность, как у него, у вас не может лететь оттяжка, потому что для каждого телефона чувствительность разная. А как настроить чувствительность, я вам все сейчас расскажу. Но перед началом настройки чувствительности заходим в настройки чувствительность, нажимаем сбросить, и у нас брошена чувствительность. А теперь отправляемся в битву отрядов. А теперь ищем соперника, чтобы проверить на нем нашу чувствительность. Если мы по нему стреляем, при этом поднимаем кнопку огня вверх и не залетает чувствительность, значит переходим опять в раздел чувствительности и меняем ее на плюс 2. Также можно сделать и в обратную сторону. То есть, если у вас голова все же вообще перелетает, то можно уменьшить чувствительность на 2. И так до такого момента, пока чувствительность хорошо не настроится и не будет залетать только голова. Я чувствительность именно для своего телефона подбирал целый месяц. Да, я очень трудился над ней, а сейчас я покажу результат, который у меня получился. But it's too late now, I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk
and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us, like a good drug, yeah. Never run off. We hook up in my car, driving so far, play your guitar, you'd show me your heart, let down. Вы, наверное, все подумали, что я хочу выпендриться и показать, как я хорошо играю. Нет. Вы скажете: «Семка, это что, все видео, как настроить тяжку?» Нет, пацаны, это только часть этого видео. Я просто хотел вам показать, что будет, если упорно стараться над своей чувствительностью, и вы добьетесь такого идеального успеха. Также я скоро вам солью 20, а то и больше, настроек на ваши телефоны. Пишите в комментариях. А мы переходим дальше. Вторая из очень важных ошибок – это неправильный расчет дистанции. К примеру, если вы находитесь от противника на метров 40-60, и у вас залетела голова с автомата, и вы думаете, что дальше будет лететь оттяжка. Нет, это неверно. Для каждой оттяжки существует своя дистанция и свой вид. Для оттяжки в ближнем бою это где-то метров 5-15. Надо резко оттягивать кнопку огня вверх, и также у вас будет залетать голова. Ну а если вы хотите, чтобы я снял отдельный вид про оттяжку в дальнем бою, в дальнем бою и в ближнем, я, конечно же, сниму, если вы будете показывать хорошую активность. Ну а для средней, метров 30-40, которые мы сейчас обсуждаем, надо тянуть менее резко, а то перелетит голова и обзор уйдет вверх. А для оттяжки с прицела, что метров 55, 75, 85 и так далее до 100 метров, а может быть и то больше, если с ВП не давать оттяжку, конечно, надо тянуть очень плавно, потому что голова уменьшается с дистанции, и надо тянуть кнопку огня очень плавно. Про ошибки я все сказал, и давайте приступать к тому, как настроить кнопку огня. А опять же заходим в настройки, теперь уже не чувствительность, а заходим в управление и настроить худ. Вы видите, что у меня кнопка огня расположена в самом низу экрана. Да, это так. Чтобы оттяжка долетала, у вас было пространство делать кнопку огня, надо ставить ее очень вниз, короче, максимально вниз, чтобы было пространство тянуть ее вверх. Поэтому у вас оттяжка будет из-за этого залетать. Рекомендуется кнопку огня делать 70%-80%. Про кнопку огня я вроде бы все рассказал, а дальше надо переходить к практике. Я подумал, что перед практикой еще нужно проговорить усвоенный материал про оттяжку. Оттяжка – это когда стреляешь от бедра и кнопкой выстрела поднимаешь плавно или резко вверх. Ошибки оттяжек – это неправильная чувствительность других марок телефона. Еще одна ошибка для неправильной оттяжки – это неверная распасовка дистанции. То есть ближний, дальний и стандартный вид путают очень многие игроки. Также настройки кнопки огня для оттяжки я все разобрал. Кнопку огня надо ставить максимально вниз экрана, как вам удобно, и делать 70-80%. Чувствительность для оттяжки я вам сказал, как настроить. Обзор на голову надо наводить таким образом. Если мы обсуждаем стандартный вид оттяжки, значит, надо наводить сразу же обзор как можно ближе к голове и тянуть вверх, так, чтобы голова не прилетала. То есть надо настроить специальную чувствительность. Сейчас я покажу все еще раз на практике. Если мы видим чела и видим, что дистанция стандартная, мы максимально обзор представляем голове и тянем плавно вверх кнопку огня. Обязательно плавно нужно тянуть кнопку огня вверх. А на этом мое видео закончено. Прошу вас написать в комментариях, помогло вам это обучение или нет. Также проявляйте большую активность, как вы всегда это делаете. Ставим лайки. 70 лайков новое видео, 100 лайков выпускаю настройки для оттяжек. Ну а с вами был Семка. Всем удачи и всем пока. Yeah.
I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at with the